Что опять? Уже? Не может быть. По ощущениям, я поспал минут 10. Ну вот, значит, полежу еще минут 10. Отлично. 10 плюс 10 равно... А? Что? Я проспал? Только не это! Пара начинается через полчаса. Подъем, Сережа! Завтрак. Так, самый быстрый завтрак это что? Жареная курица с картошкой в масле, запеченная под сливочное. Не то! Антрикот по-бретонски. О чем я думаю? Яичница? То, что надо. Мне нужна сковородка. Масло, соль, яйца. Нет яиц? Вот блин! Точно! Приготовлю блины. Хотя стоп, там тоже нужны яйца. Хлопья с молоком. И нет проблем. Перекусил. Чищу зубы. У меня всего 20 минут. Быстрее чищу. Отлично. Я не помню, собирал ли я с вечера рюкзак. Собирал или нет? Хоть бы собирал, хоть бы собирал, хоть бы собирал. Нет, не собирал. Расписание. Понедельник. Экономика, география, черчение, английский язык, физра. 5 пар? Издеваетесь? Хотя стоп, последняя физра. Значит, у нас 4 пары. Закидываю тетради в рюкзак. Следом учебники. Не могу найти географию. Пофиг. На месте разберусь. Джинсы. Кофта. На улице холодина. Снимаю джинсы. Надеваю подштанники. Снова джинсы. Теплая куртка. Ботинки. Мне осталось 10 минут. Вышел на улицу. Добежал до калитки. Где ключ? Вернулся. Взял ключ. Открыл калитку. Бегу. Лечу. Парю. Стоп. Забыл запереть калитку. Парю назад. Лечу. Бегу. Устал. Надо отдышаться. Хотя я уже перед дверью. Запер калитку. Жутко болит печень. Иду. Медленно иду. Ползу. Ладно, отдохнули. Побежали. Давай, Серега, ты сможешь? Добежал до остановки. До пары 2 минуты. Пишу в беседу группы ВКонтакте, что опоздаю минут на 10. Отмажьте, пожалуйста. В беседе надо мной начали угорать. Но как будто сами никогда не опаздывали. Прошла минута. 2 минуты. 5 минут. Где же этот паршивый транспорт? А, наконец-то мой автобус. Ура! А где мой рюкзак? Да ну нафиг. Бегу обратно. Лечу. Парю. Запыхался. Ключ. Калитка. Дверь. Хватаю рюкзак. Звонит телефон. Это староста. Я поднял трубку и сказал, что уже подъезжаю. Пусть только не ставит мне энку. Положил трубку. Бегу. От усталости темнеет в глазах. Давай, еще чуть-чуть. Уже подбегаю. Еще немного. Терпи, чувак, ну же. Я теряю сознание. Добежал. Сел на скамейку. Снова звонок от староста. Взял трубку. Хотел что-то сказать, но не хватало воздуха. Он сказал. Ты куда там в воскресенье намылился, приятель? Привет! Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Тут ролики выходят каждую неделю. А если это видео наберет 10 тысяч лайков, я продолжу снимать ролики в формате от первого лица. При этом, короче говоря, на этом канале никуда не пропадет. Я буду снимать его на постоянной основе. Спасибо за просмотр!